Так, хорошо, те, кто пишет нет. О, кстати, нихуя себе, если вы проснетесь во время операции. Открытая операция на сердце и легкое. Вы находились в списке ожидания так давно, что, блядь? И чё? За 1 час до. Не понял. Неверная дозировка анестезии. Ассистент вводит вам иглу капельницы в вену. Эффект почти незамедлительный. Старт. Понял. Вскрытие грудной клетки. Хирург делает надрез от горла к пупку. Спустя 5 секунд мозг начинает просыпаться. Нет. Get Corgi, спасибо тебе за переподписку 3-го уровня. Нет. Sweet Dolls, спасибо тебе за переподписку. Движение холодного лезвия, разрезающего кожу, отлично заменит будильник. Легкие ощущения. Вы что-то чувствуете, но вам не больно. Спустя 10 секунд. Спустя 30 секунд. Состояние... Чего? Вам снятся странные сны, вы не понимаете, где находитесь. Спустя 2 минуты. Вы понимаете, что что-то не так. Вы смотрите по сторонам во сне и не можете понять, откуда доносятся звуки. Громкий звук. Спустя 5 минут. Из-за волнения ваши ощущения обостряются. Вы возвращаете сознание. Нарастающий шум возвращает вас к реальности. Ваш мозг уверен, что эти звуки издают бензопила. Внезапно вы осознаете, что ваши ребра хотят распилить. Паника! Вы не можете пошевелиться, а значит это и предотвратить. Вы пытаетесь проснуться. Все попытки открыть глаза или пошевелиться провалились. Вы готовитесь морально. Вам кажется, что будто каждая клетка вашего тела трясется. Давление на груди. Чувство давления на груди невозможно описать. Вы слышите треск ребер. От этого звука вам хочется... хочется вырвать кого? Шок. Шум прекратился, но вы знаете, что вас ждет. Ай, блядь. Ай, бля. Пробуждение нервов. Ой, блядь. Вы чувствуете нарастающее жжение в вашей груди. Врач открывает грудную клетку. Нужно добраться до сердца и легкого. Невыносимая боль. Вашу грудную клетку открыли как раковину устрицы. Плоти связки удаляются. Хирург должен удалить прожилки, чтобы вырезать легкое сердце. Хватит. Че, не нравится, что ли? Че за хуйня? Не надо, дядя. Болевой шок, алло. Легкое сердце удаляются. Да, блядь, ты на этом на этой минуте уже умереть должен. Че за хуйня? Пиздеж какой-то. Всплеск адреналина. Быстрое движение глаз. Помутнение зрения. Осознание. Ассистент застывает в шоке. Он не может поверить своим глазам. Не смотрите вниз. Вы стараетесь не смотреть вниз, чтобы не лишиться чувств. Непроизвольные сокращения мышц. Вы пытаетесь подвигать руками, но вместо этого они начинают вздрагивать. Вы ударяете доктора. Вы рефлекторно реагируете на действия врача и толкаете его. Неловкое молчание. Вы видите свою грудную клетку. Вы смотрите вниз, вместо грудной клетки у вас кровоточащее месиво. Младший хирург в отключке. Риск удушения. Ваше сердце, так. Вы поворачиваете голову и видите, что ваши органы лежат на подносе. Блядь, че за хуйня? Суматоха в операционной. Старший хирург вбегает в операционную и пытается все исправить. У вас нет легкого, но вы должны кричать. А как ты вообще тогда лежишь и что-то дышишь там, я не знаю, видишь? Вы используете всю свою силу, вам нужно приложить нечеловеческие усилия, чтобы сломать держатели. Вы мстите? Интересно, как скальпель оказался у вас в руках и почему он в шее хирурга? Чуи. Огонь под своим. Скола на ваших ребрах начинает приносить вам мучительную боль. Жидкости организма. Вы держите кишки в руках. Вы решаете убить себя?
5 часов? Охуеть. И это все продолжалось. Блять, ну что это за ебаное стрёмное превью? Можно было еще страшнее нахуй сделать. Чтобы точно не...